Друзья, оперативное видео с полей, посвященное техникам самопомощи, психологической самопомощи. Я еще весной сняла в лесу обалденную технику, как нужно орать в лесу, чтобы снять напряжение и прокачать, ну, в общем, все, что нужно прокачать. Вот, и наконец-то я решила ее смонтировать. Я уже выложила в Инстаграм фрагментиками. А сейчас хочу сделать видеонарезочку такую, для того, чтобы вы знали, что это очень эффективная техника работы с гневом. Нам часто затыкают рот, нам всю жизнь, да и мы сами учимся говорить только хорошее, не говорить плохого. И постоянно идут блоки на голос. То есть гнев, обида, все это вот тут вот блокируется. И с помощью крика можно эти блоки... эти блоки разжимать. Ну, я сейчас подмонтирую нарезку, как мы с дочкой полгода назад орали в лесу. То есть пение, крик. Если вы одни и... я даже знаю, я тогда консультировала одну девушку, и там было... В тот момент, я имею в виду. Я просто вспоминаю, что тогда сподвигло меня вообще вот это все сделать. И мы работали с... Поднимался гнев, в общем, там тема абьюза, застарелый гнев, который тогда на терапии поднялся. И я, видимо, так сонастроилась с этой девушкой, что... ну, то есть и она тоже... пошла выговаривать, выкрикивать, ну, то есть она делала это, но поскольку, когда идет сонастройка с человеком, то ты синхронизируешься с ним, вот я сейчас вспомнила, и тогда я тоже на даче пошла в лес и вместе с дочерью, правда, у нас более позитивное такое получилось пение, потому что у меня не было какой-то такой... Ну, в общем, это очень терапевтическая вещь, особенно когда это все поднимается, то самое время поорать. Если леса нет, вот мне сейчас подсказали в Инстаграме, подсказали, что можно кричать в стиральную машинку, и что это проверено. Вот, так что даю вам вот такую вот технику, используйте ее на ваше усмотрение, техника самопомощи по работе с блоками, с невыраженным гневом и с энергией, которая зажимается у нас из-за этого. Давай! Солнышко, оно вышло!